помощь, неравнодушие и личное участие в благом деле. В преддверии 24-й годовщины Бендерской трагедии медалью «За благотворительность» награждена начальник управления по организации питания в учреждениях народного образования Нина Ивановна Сполитак. На основании решения Президиума Союза защитников Приднестровья города Бендеры наградить медалью «За благотворительность» находящуюся в этом зале Сполитак Нину Ивановну. Нина Сполитак получает награду под номером 2. Первой такой награды удостоен директор Бендерского рынка Виталий Агапий.